情，迎面是你单膝跪地，青草的秘密，铺着白纱的飘逸，所有问题变得清晰。小心翼翼，散步距离，收起小刺，把握时机，拥抱的阻力，一起弹奏的旋律，你就是我唯一一首单曲。Каньфэй, тост за тебя. Каньфэй, что-то не так? Ты выглядишь грустный. Все в порядке. Ты не хочешь уезжать за границу? Я хочу. Каньфэй, почему ты все еще здесь? Что случилось? Кое-что произошло с Зиньхао. Что с ним? Вчера он попал под дождь, и у него возникло осложнение старой травмы. Он в палате 906 в госпитале Линбэй. Как такое может быть? Я что, опять ошиблась? Я отправилась на 10 лет в прошлое. Не для того, чтобы снова видеть его лежащим здесь. Если бы я знала это, я бы не решилась уехать за границу. Я бы не заставила тебя меня ненавидеть. У Цзинхао. Прости меня, У Цзинхао. Прости меня. Прости, я не знала, что все так обернется. Если бы я знала, что все так закончится, то я пошла бы посмотреть на фейерверки с тобой. Знаешь ли ты, как сильно я хотела пойти с тобой тогда? У Цзинхао. У Цзинхао. Очнись, пожалуйста. У Цзинхао. Я все слышал. Ты меня разбудила. Не переживай, я в порядке. Врач сказал, что я могу выписаться из больницы через 2 дня. Ну-ну. Есть еще столько вещей, которые мы можем сделать. Пожалуйста, не уходи. Не важно, что произойдет в будущем. По крайней мере, сейчас мы вместе. И живы. Нам нужно ценить настоящее время. Не правда ли? Я записался на сдачу IELTS в следующем месяце. Я поеду за границу с тобой. Неважно, где ты, я всегда буду рядом.
Неужели авария, которая непонятно когда произойдет, действительно так важна и ужасна? Может, она произойдет завтра. Может, это будет через 10 лет. Зачем перед сном переживать о том, что завтрашний день может быть последним в моей жизни? Если завтрашний день и последний, то я должна ценить сегодняшний день. С возвращением! Купила тебе пирожное с красной фасолью. Хань Фэй, как я буду без тебя жить? В следующий раз купишь себе сама. Я лучше Аню попрошу. Вы двое встречаетесь? Еще нет. Я использую секретное оружие. Круто, правда? Девушка должна подарить парню шарф, связанный своими руками. Посмотри на эти петли. Они обычные? Нет, они полны моей любви. Такое дарят в отношениях. Хоть он еще и не мой парень, но скоро им станет. Тао, такая хорошая пряжа. Где ты ее купила? В магазине носков около универа. Правда? Смотри, посмотри. Делаешь вот так, а потом... Тао, как твой ушиб? Намного лучше. Ань, я связала для тебя этот шарф. Ты мне нравишься. Тао, я думаю, что произошло недопонимание. Я отношусь к тебе просто как к члену нашего клуба. Прости меня. Я просто пошутила. Чья очередь сегодня отвечать? Нет желающих. Тогда я выберу случайно. Чи Тао. Профессор, я забыла подготовиться. Присядь, ответишь на следующем уроке. Что случилось? Ее отвергли.
Тао, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя! Тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения! Рождения! С днем рождения, Тао! Ну-ну, хватит, не плачь. Я о нем забыла. Ну и что, мы за тебя помним. Вот. Задуй свечи и загадай желание, давай. С днем рождения! С днем рождения! Тао, пей медленнее. Хватит. Я не пьяная. Потом будем встречать рассвет. Больше я никого не полюблю. Я буду с вами до конца жизни. Так нельзя. Почему это? Можно. Мы вместе навечно. Хорошо. Никаких подлецов. За нас. Закуси. Ночью холодно. Ты сама связала? В одном месте ошиблась, так что смирись с этим. Еще рано встречать рассвет. Иди обратно и поспи. Быстро. Не могу заснуть. Теплее. Да. Чего не сказали нам, что встали? Дзиньхао, почему я раньше не видел у тебя такого шарфа? Ты не понимаешь. Это подарок от Ханьфэй. Но Ханьфэй сейчас уже не лучшее время для такого подарка. Уже становится тепло. Почему ты подарила шарф? Захотела. Так холодно, поделись одеяльцем. Не. Немножко. Такая эмоциональная. Вэнь-Вэнь, давай. Нет. Ну давай, или я буду выглядеть как дура. Я... Громче. Я...
Джан, Вэнь, Вэнь, заработаю много денег! Я тоже хочу. Я Лин-Лин. Точно стану хорошим доктором! У Цзинхао, Ханьфэй. Давайте, быстрее! Я, У Цзинхао, буду проводить каждый день. Вместе с Ханьфэй! Ты такой мерзкий! Мы тебя ненавидим. Давай прощаться. Иди, отдохни. Пока. Подожди минуту. Помоги мне это надеть. Вот. Иди сюда. А если я тоже хочу отпраздновать свой день рождения, это странно? Совсем нет. Если ты хочешь, то мы можем делать это каждый день. Да я пошутила. Пойду домой. Отдыхай. Пока. Моя красивая девушка переоделась. Почему заранее не сказал, что придешь? Это испортило бы сюрприз. Торт на день рождения. А что там в пакете? Продукты для приготовления праздничной лапши. Насыпь мне муки. Еще немного. У Цзинхао. Ты милый, когда сосредоточен. Правда? У тебя мука на лице. Вот здесь. Повернись. Хочешь поиграться? Поиграть хочешь, да? Сделаешь это снова? Не буду, не буду! Будешь? Не буду! Какая непослушная. Снова? Попробуй. Выглядит вкусно. Я так долго ждала. Подожди. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя,
С днем рождения тебя. Загадай желание. У меня много желаний. Не знаю, какое загадать. А если я расскажу все, ты сможешь их исполнить? Неважно, что ты загадаешь. Я все исполню. Хорошо. Что сперва, лапшу или торт? Папа, хватит, пошли. Зачем нам фотографироваться? Сядь, я сама сделаю. Я не переоделся. Ты и так красивый, не надо. У Цзинхао, ты готов? Да. Быстрее сюда. 3, 2, 1. У Цзинхао, смотри, звезда падает. У Цзинхао. Пообещаешь мне одну вещь? Какую? Ну, что бы ни случилось в будущем, ты должен быть счастлив. Хорошо? Ладно. Но ты тоже должна пообещать, что ты будешь счастлива. Каждый будущий день. Договорились. Ты еще не обедала? Я же говорила тебе, я на диете. Что это? Я приготовил здоровую еду для тебя. Говядина. Ты сам приготовил? Да. Из полезных ингредиентов ты станешь стройной и здоровой после того, как съешь. Вот. Иди сюда. Что? Вкусно. Хорошо, ешь больше. Почему ты улыбаешься? Я думаю, что Лин-Лин не такой, как я думала вначале. Он богаче, чем ты думала? Он более взрослый, чем я ожидала. Я думала, что если буду с ним встречаться, то он будет словно ребенок. И я была готова расти вместе с ним, правда? Но не подумайте, что я слишком чувствительна. Говори уже. Думаю, он меня балует как ребенка. Вэнь-Вэнь, я должна тебе напомнить, что все парни такие, когда только начинают отношения. Он хочет тебе угодить, но со временем все поменяется. Я это знаю. Не будь слишком впечатлительной. Ладно, не буду. Теперь я расскажу вам общие вещи о нервной системе. Во-первых, классификация нервной системы. Во-вторых, основные части нервной системы. В-третьих, рефлексы, рефлекторная дуга, включая работу нервной системы. В конце – основные функции нервной системы.
Хорошо. На сегодня все. До встречи. Куда ты? Моя мама звонила мне сотни раз. Может быть, она хочет помириться со мной? Я перезвоню. Алло? Дядя? Что такое? Я переживаю за него. Где Лин-Лин? Лин-Лин тебе ответил? Еще нет. Уже несколько дней прошло, от него ни слова. Вэнь-Вэнь не звонила и писала ему. Просто подожди. Помедленнее. С ним могло что-то случиться. Не переживай, он в порядке. Но прошло уже 3 дня. Он не отвечает на звонки и не пишет сообщений. Он знает, что я переживаю. Ханьфэй, что сложнее сдать, IELTS или TOEFL? Привет, Ханьфэй. Ты действительно собрался ехать за границу? Это длинная история. Я делаю это потому, что моя мама больна. Что с ней случилось? Недостаточность митрального клапана. Хочешь, чтобы она сделала операцию за границей? Для этого не нужно там учиться. Она в очень плохом состоянии, и я буду жалеть, если продолжу идти ей наперекор. У кого будете делать операцию? Мы хотели связаться с Жан Ченбо, известным китайским доктором за границей, но у нас не получилось. Главврач Джан? Почему ты спросила? Он довольно знаменит, я читала его работы. А что насчет Вэнь-Вэнь? Когда ты ей расскажешь? Ты с ней давно не связывался? Так и уедешь, не сказав ей? Мой телефон перестал работать в последние дни. Мне починили только сегодня. Послезавтра я приеду в университет и лично все ей объясню. Хорошо. Точно, Ханьфэй. Ты можешь прислать мне список документов, которые нужны для переезда? Хорошо, я отправлю тебе его потом. Мне нужно идти, пока. Пока. Что? Не жди Лин-Лина, он не вернется. Ты о чем? Пани сказал, что он уезжает за границу. Вэнь-Вэнь, Лин-Лин говорил тебе об этом? Не говорил. Что с ним не так? Какой же негодяй! Значит, если бы я не рассказала Вэнь-Вэнь о том, что Лин-Лин уезжает раньше времени, то они бы не расстались. Лин-Лин лично хотел ей все объяснить. Профессор Джан вон там. Вон он. Хорошо, спасибо. Не за что. Здравствуйте, профессор Джан. Здравствуйте. А вы кто? Я У Цзиньхао, студент медицинского факультета университета Линбэй. Я знаю, что невежливо обращаться к вам так неожиданно, но это срочное дело. Подождите. Как вы узнали, что я здесь? Я узнал об этом от персонала. Я был здесь раньше.
Но никто здесь не знает, кто я на самом деле, кроме самого директора. На самом деле я... Пожалуйста, уходите. Профессор Джен, нам очень нужна ваша помощь. Вы можете сделать запись, информация для связи есть онлайн. Мы сделали запись. Но мать моего друга была диагностирована с недостаточностью митрального клапана. И будет хуже, если она полетит за границу. Как ее дыхание? Затрудненное, с болью в груди. Давление крови? Оно высокое. Мы думали, что она такое из-за работы и ее эмоциональных потрясений. Но оказалась компенсаторная стадия. Теперь ее давление ниже. У нее начинает отказывать левая половина сердца. Пошлите и посмотрим. Спасибо. Почему ты здесь? Вы тоже пришли ко мне? А вы... Извините, профессор, дайте минутку. Спасибо. Молодой человек, я попрощаюсь с директором. Хорошо. Тоже пришла к профессору Джан Чинбо? Джан Чинбо? Так это он? Так ты не знаешь? Как я могу его знать? Я не к нему пришла. Я тебя искала. Как узнала, что я здесь? Пани сказал, что ты искала это место на карте. Пани такой болтун. Пошли. Вэнь-Вэнь. Как ты узнала, что я вернулся? Если бы Цзинхао мне не сказал, так бы и продолжал меня избегать. Извини, я не имел это в виду. Я знаю, что ты не имел это в виду, потому что идиот. Неужели, по твоему мнению, я настолько неучастлива? Твоя мать больна, ты хочешь о ней заботиться. Я не буду тебя останавливать. Я просто не знал, как сказать это тебе. Прости. Не переживай и иди, я буду тебя ждать. Цзиньхао. Привет, Цзиньхао. Хорошо, я сейчас приду. Что? Пошли со мной. Мама, это моя девушка, Вэнь-Вэнь. Ты тоже на медицинском учишься? Нет, я на экономическом. На третьем курсе. Сейчас я открываю свой интернет-магазин. Это хорошо. Ты амбициозна. Мне такие нравятся. Здравствуйте. Лин-Лин, а это кто? Мама, это профессор Джан Чинбо. Доктор, с кем нам не удалось связаться. А эти двое мои одногруппники, у Цзиньхао и Ханьфэй. Профессор Джан, не ожидала вас здесь встретить. Лежите. Я поговорил с вашим доктором о вашем недуге. Мы все обсудили. И я решил, что проведу операцию. Спасибо, профессор Джан. Спасибо. Лин-Лин за границу не уезжает. Тогда какое наказание получит у Цзинхао за то, что это изменил? Моя добрая госпожа Хань, я должен наградить тебя шелковым платком? Ты не понимаешь. Перестань шутить. Что теперь? Я боялась, что оно упадет. Оно бы не упало. Видишь? Хорошо, что я тебя увела. У Цзинхао, ты должен быть осторожен, понял? Ханьфэй так нервничает. Это из-за того, что тот день приближается.
起看过的星空，那满天的星，一直记得你一举一动，害怕醒来的惶恐，你已经无影无踪，在几个春夏秋冬，我消失在你梦中。那个让我不安又快乐的人，那就是你呀。如果一切回不去到最后的我们，有什么留下？是你让我念念又不忘那些点点滴滴的时光，有一个瞬间天真的以为你还在我身旁。是你让我念念又不忘即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的愿望。春夏秋冬，我消失在你梦中。那个让我不安又快乐的人，那就是你呀。如果一切回不去到最后的我们，有什么留下？是你让我念念又不忘那些点点滴滴的时光，有一个瞬间天真的以为你还在我身旁。是你让我念念又不忘即使你去到那个远方，再好的伪装也无法遗忘曾经的